Доброго времени суток. Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня хочу показать, как оплести ободок или обруч. Для того, чтобы он стал в цвет к тому изделию, которое вам нужно. В данном случае у меня синенький ободок, голубенький, но на нем есть небольшие дефекты. Вот если вам видно, вот здесь вот дефект. Здесь, если хотим скрыть, либо если у вашего ребеночка маленькая головка, и вам нужно просто, чтобы обруч сидел плотнее, вы также можете просто его оплести. Для этого мы берем, наносим немножко клея. Совсем чуть-чуть. Нанесли клей, не цвет, не атласный, делаем вовнутрь, приклеиваем и теперь аккуратненько намазываем сверху, загибаем. С этой стороны и с этой стороны. Так, теперь схлаживаем. Немножко остыть, потому что клей очень горячий, главное, чтобы пальчики не опалить. Наносим еще немножко клея и загибаем. Вот так вот у нас получается с этой стороны и вот с этой стороны. У нас с вами так получилось. Теперь мы берем ленточку. Можно 2,5. 1,5. Или 1,2 даже. Такого как. Наносим немножко клея. Придерживаем. Чтобы немножко приклеилось. Лишний клей убираем, если вдруг у вас образовался. И начинаем обматывать. В данном случае я взяла ленточку шириной 1,2 сантиметра. И начинаем перекручивать как бы. Как бы немножко наискосок. Стараемся, чтобы у нас расстояние между вот этими вот было одинаковым. И это делаем в натяжку. Сколько уходит ленты, я вам не подскажу, потому что каждый раз получается по-разному. Я вообще стараюсь не отматывать с
с бобины. Когда уже заканчивается, тогда я уже беру и отрезаю. Если вдруг вам показалось, что вы что-то сделали не так, лучше распустите до того момента, как вам не понравилось, и перевяжите, потому что потом это будет смотреться совершенно некрасиво. А если вы уже в конце заклеите, то размотать будет уже намного тяжелее. Доходя до конца, нам нужно будет заклеить вторую дужку. Для этого вот так же. Теперь нам надо с вами немножко обрезать. Какой-то обруч у нас с вами получился. Всем хорошего настроения, творческих идей. До новых встреч. Пока-пока.